Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сделал основной доклад на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Центрально-федеральном округе. Региональные программы «Зеленая столица», «Биологизация земледелия», «Район парк» были представлены в Москве как положительный опыт создания гармоничной, безопасной среды обитания. Сразу два театра региона получили существенную материальную помощь благодаря участию в пилотном проекте партии «Единая Россия» «Малые театры России». На что пойдут средства и какие сюрпризы ждут Староскольского и Губкинского зрителей в новом сезоне? Они победили недуг, а теперь стали спортивными триумфаторами. Шестеро юных белгородцев вернулись из Москвы со всемирных детских игр победителей с медалями. В каких видах спорта наши земляки оказались сильнейшими и что помогло занять первые места? Герои делятся секретами. –